Это железная дорога, соединяющая город Ленинград с большой землей. Дорога на Мгу. Здесь шли в 1941 году кровопролитные бои за этот участок дороги, потому что когда эта защита захлебнулась, тогда, собственно, и началась блокада. Здесь вся земля просто изрыта блиндажами. Вот тут, там, везде вот эти укрытия, где жили защитники этого участка дороги. Блиндаж имеет характерное очертание. Это, как правило, квадрат, прямоугольник, в который прорыта такая маленькая, типа тамбура дорожка. Это вот большой, здесь, очевидно, было какое-то орудие. Там вот небольшие. И мы видим, как вот на вот примере этого маленького, тут где-то блиндажик на двоих-троих бойцов. Вот видите, вот он. И выход. А вот блиндажик побольше. Вот блиндажик побольше. Блиндажик где-то человек на 6-7. Да, видите, характерный проход и квадрат. Квадрат. Здесь отдыхали от боевой вахты бойцы. 75 лет прошло со времен Великой Победы. Мы помним, мы гордимся.